Доброе утро всем. Вот Шерхан, когда только приехал на карантине, такой маленький, сладкий, поверил Зубкова, что он его никогда не бросит. А вот Шерхан Мицкий, 10.10.2024 года. Через 2 дня его соберут уже в Китай. Прости нас, Шерхан, что тебя предали, а мы ничего не смогли тебе сделать, помочь. Столько было слез, столько было выпрашивания, но этот предатель поменял тебя на суши, поменял отпуск на тебя. Прости нас, любимый. Мы как узнаем, где ты в Китае, я обязательно приеду, чтобы увидеть, какой ты счастливый, красивый, любимый, наш золотой мальчик. Прости, прости, что мы люди вот иногда бывают такими жестокими. Ты красивый мальчик, ты любимый. Я тебе желаю счастья. Дай Бог, чтоб ты вырос, был красивым, счастливым. Люблю тебя, любимый мой мальчик. Любовь наша, мои подписчики и мы все переживали, мучились, плакали, чтоб этот Зубков тебя не отдавал, но все-таки он поменял тебя. Поменял тебя медовый месяц с Алексагиной в Китае. Им все равно, кому отдать, что отдать. Он забыл, что он обещал тебе, что никогда тебя не предаст. Но не грусти, солнышко мое. Люди вот такие жестокие. Прости нас, мы тебя любим. Любим,